Новоиспеченную маму, жительницу Ивантеевки Юлию Макарову, в Пушкинский перинатальный центр поздравить с рождением сына приехал глава округа Максим Красноцветов. Супруг Юлии Максим сейчас находится в зоне СВО. Поздравили новоиспеченную маму Юлию с рождением сына Ивана. По поручению нашего губернатора действительно уделяем очень много внимания непосредственно самой семье. Честно, было очень неожиданно и очень приятно. Спасибо главе нашего, что вот помогает таким семьям, как вот мы. То, что у меня вот муж находится в зоне СВО. И прям вот я, честно, прям искренне рада, что вот он пришел, поздравил. Мальчик весом 3 килограмма 300 граммов и 53 сантиметра ростом. По словам медиков, все прошло отлично. Сына назвали Иваном, как хотел отец. Лично пообщаться с супругом Юлии еще не удалось, но о радостном событии он уже знает. Через командиров там что-то бабушка вот писала, получается, сказали, что вроде как передали ему, а там, надеюсь, что уже знает о том, что сын у него родился. Надеемся, что скоро приедет домой. Максим Макаров ушел служить сразу после получения повестки в октябре 2022 года. Сейчас супруга надеется, что боец приедет в отпуск. А пока за главного шутит Юлия, старший брат новорожденного. Ему 3,5. Младенца называют трогательно Ванечка. Ну и, конечно, рядом бабушки, дедушки и друзья. Глава округа отметил, всем семьям мобилизованных будет оказываться особая поддержка, в том числе в рамках всероссийской акции «Единой России. Верность, любовь, забота». Жанна Лавенькова, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости Большого округа.